напои меня. Анна! Опа! Нежели и люби просто так.
Chain, Kickstart by Nikki. Что-то необычное. Все понятно. Что-то необычное. Если она будет медленная, стоит. Погоди. Сейчас. Что ровно час прошел с момента начала нашей трансляции. Мы приветствуем всех, кто вместе с нами прямо сейчас. И для тех, кто думает, что мы в записи, поверьте, это не так. Прямо сейчас я могу доказать это. Я сдвинул чуть-чуть.
Да. Не читайте, не читайте комментарии через Twitch. А как мне найти? State. Hello, guys. Матис, пока Матис занят стрингами, я немного поотвечаю на вопросы. Если есть какие-то вопросы. Юрка, ты теребонькаешь? Но в данный момент нет, но у нас еще впереди 3 часа. Вполне возможно, что через пару часов начнем. Приятно, что заценили все кепку. String Mammoth. Mammoth. Маратон. Воу-воу-воу-воу-воу! Прямо сейчас Саша пишет партию, стринг-партию с помощью встроенных стрингов. Logic. Тебе. Ничего необычного. Что? Так, сейчас. Reverb. Мне кажется, тебе будет разбирать на эти.
потом. Так. Да, в студии у нас стоят мониторы Barefoot. Dragon Steel, so big guys. Much Russians. It's local strings from EXS with the simple UAD lexicon reverb.
суки. Yeah, New Zealand. Фузвах. Фузвах. Давай основную мелодию напишем сначала. Не хочу бас сюда такой. Расположи дырку. Mm-hmm.
вообще инструмент интересный. Hi, Tom. Bones die.
Any questions for us? Check this out. Boom, boom, boom. Okay. Where do you... Now this is simple Nicky Romero kick with the SSL SSL E-channel. I don't use contact.
That was the dragon synth. Guys, I don't remember trumpets in Sigur, but I'll check. For bass, Spire with a drill bass too, with the Logic compressor. EQ, this one, and that's all. What's the bass synth in your Galantis remix? In Galantis remix we had 5 layers. Yeah. For bass. 5 layers. Надеемся, что следующий релиз будет в начале года. Я думаю, в конце января или... Да, я думаю, в конце января. Третий? Да? Угу. Нет, нет. Не тот. Это... Второй? Зачем? Да. Зачем такой? Этот, этот. Второй? Это классик, да. Классик чейн.
такой вообще. Движок мне не нравится. Давай отвлекемся, откроем Голландец ремикс, посмотрим, что там у нас. Что? Голландец ремикс, давай отвлекемся, посмотрим, что там. Сейчас 64 бита будешь. Коренц. Нужно одновременно три трека делать. Задолбливает один. Okay guys, let's see. This is Galantis remix. One layer, two layers, three layers. Ну,
рассказать, если можно рассказать про басы, какие басы у нас. Кому-нибудь это интересно? Или потеребонькать, может быть, в прямом эфире все-таки. Кому-нибудь это интересно? Опа. Чего себе? Можно сказать, что да. Можно все сказать. Так. В качестве саба основного у нас чему-то называется кетон пресет в массиве. Давай я буду рассказывать по-русски, ты будешь рассказывать на английском языке. Так будет, я думаю, интереснее. Так. Ну-ка, без... Отлично. И третий. Третья вавка вообще стоит. Так, так. Дисторшн. We love this distortion, as always. Also, we have я не помню, как он называется. Какой мы distortion юзаем? Где новый этот? Недавно покупали. Какой он вообще фирмы был? Кто? Дисторшн, какой новый, дисторшн? Новый, новый, новый. Никакой новый. Нет, нет, вот я недавно совсем покупал. Я вообще не помню. Что ты путаешь? Давай, в общем, если кому интересно, по поводу бас-линии, тут три... Четыре. Четыре баса, да, у нас. Это Silent, Silent, Massive, Spire и встроенный ES2. Также в качестве пэдов у нас трубы, встроенные лоджиковские трубы. Добавляет эпичности такой в трек. Синтезаторы — это Silent, M1, Nexus и встроенный лоджиковский синтезатор, по-моему, тоже ES2. Кикники Ромеро. Ну, в принципе, и все. Our advice for everyone, horns, local Logic horns for epic atmosphere.
вернуться к этому, к какому-нибудь проекту. Так, дай я присяду пока. Так. Так.